Дамы и господа, знакомьтесь с соперниками. В синем углу ринга боец. Рост 188 сантиметров. Вес 93 килограмма ровно. Возраст 26 лет. Призер чемпионата России по ММА. Победитель всероссийского турнира по комплексным единоборствам. Победитель всероссийского турнира по армейскому рукопашному бою. 4 победы, 5 поражений. Из города Волгоград, Россия. Приветствуйте, Денис Езута. И в красном углу ринга боец. Рост 185 сантиметров. Вес 93 килограмма ровно. Возраст 29 лет. Чемпион России по тэквондо. Чемпион Европы по тэквондо. 2 победы, 5 поражений. Из города Анапа, Россия. Приветствуйте, Руслан Степанян! Рефери в ринге Андрей Ковалев. Ну, Езута натуральный, конечно. Не мини-тактаров, конечно, потому что габариты 93 уже на мини не тянут. Но очень похож. Соблюдаем правила. Очень похож. Единственное, что у Олега глаза голубые, причем такие льдисто-голубые. Здесь все-таки темные. Удачи обоим. По углам. Есть призер чемпионата России по ММА, победитель всероссийского турнира по КЕ, победитель всероссийского турнира по рукопашному бою. 26 лет, 4-5 рекорд. Ну, в общем, пока так средний. Прямо скажем, но данные хорошие, ну плюс в призы России по ММА попадает, там случайных людей-то уже нету последние 2 года. А, Руслан Степанян, 29 лет, чемпион России по тэквондо и чемпион Европы по тэквондо, рекорд более чем скромный 2-5. Ну ждем блистательной техники работы ногами. Да, несмотря на рекорды очень такие скромные, бойцы имеют хорошую любительскую именно основу, чемпион Европы и чемпион России по тэквондо, это, конечно, тоже очень высокий уровень, если учитывать, что это еще и олимпийский вид спорта. Пусть она наложила определенный отпечаток. И Денис Езута. Не сказать положительный, я не могу не добавить. Действительно, призер чемпионата России по смешанным боевым единоборствам. Это очень высокий уровень. Сейчас уверенно идет вперед, поджимает, дергает левой ручкой в таком челночке. Угу. На подшаге с передней ноги выкинул. До головы попал. Ну что, 4 балла, как они есть. Такое чувство, что немножко тактика Дениса именно работать больше с рук против тэквондиста. Да, именно работать больше в прицел на голову. Вот сейчас хорошо справа попадает, и левым боковым пытался выйти. Поджимает он Руслана, режет углы. Ну, вот первый раз попытался ударить именно. А сейчас чисто прошел левый биндл-кик по печени от Руслана Степаняна. Хорошо, но с пояса. Все с пояса. И все с места, не было продвижения. Левым сбоку прилипло. Сейчас Езута попадает и довольно тяжело. Ну, в любой момент может и правую банку подключить, и там уже может быть довольно кисло. Выцеливает Денис. Пока опять с места, все мимо. Но держит свое напряжение, соперника все время в напряжении, не дает ему расслабиться, часто проваливает. Вот раз за разом левый по печени проходит у Руслана. Да, он с ноги туда попадает постоянно, другое дело, что попал. О, левый боковой. Попал. Левый развернуло сбоку. Руслана. Я, честно говоря, думал, поведет. Там уже прямо выскочил практически, секундант. Перестал практически работать, Руслан выжидает и... пытается больше, наверное, сработать на встречные курсы. Тэквондо — это прежде всего движение. И раз за разом получается какие-то штуки или в печень ударить, или на голову перевести, но при всем при этом отсутствие комбинаторики, одиночным ударом срубить Езуту, это можно только сильно повезет. Да, полностью согласен, и нужно добавлять именно скрытные движения, выводить, да, это маскировать ногу надо. Потому что одиночные видно, и Денис хорошо держит, ну, ручки на голове и все контролирует. Мне интересно, почему Денис не включается. Заставляет соперника, ну, максимально раскрываться, дергаться постоянно. То есть он мало бьет, просто мало.
Я думаю, он его немножко прочитать пока не может. Ой, хороший сейчас правым кроссом зацепил, и Дениса тряхануло. Я думаю, он не может его еще прочитать, потому что старается Руслан разнообразно работать, и пока непонятна система его рабочая. И Денис не торопится, и выцеливает, выжидает. Причем самое главное, то, что сейчас делает Руслан, он не отступает по прямой. Он не отступает по прямой, постоянно закручивает Дениса, каким-то образом заставляет того, или каким-то образом траектории подрезать. Ну, в общем, не застаивается, не позволяет по себе бить, как по-стоячему. Да, постоянно в движении, обозначает удары по голове, пытается попасть навстречу. Угу. Не может Денис пока его запереть в угол, и не хватает техники скорости рук, именно более быстро двигается Руслан, нежели согласен, Денис Изута. Алексей, единственное, что добавлю, он очень далеко стоит. У него все атаки начинаются с дистанции, с которой он не попадает. У него на подшаге левый сбоку или джеб, и после этого пауза. Опять разрываем дистанцию, а с этой дистанции он руками не дотягивается. При том, что Денис, опять работаем одиночными ударами. Один. Хорошо. Дальше. Есть. Интересно, да, сейчас было у Шира по корпусу. Причем с левой ноги. Да-да-да, по селезенке ударил. Или по ребрам там. Ой, отличное попадание. Левый боковой, правый кросс. Пятнадцать секунд до конца первого раунда. Угу. Внутренний лоу. Раз за разом пробивает Изута по лоу-кик. Вот первый раз ударил уже так плотно с правой руки. Ну, в общем, безрезультатно. Будем считать раунд, наверное, разведочным, разминочным. Кто сил больше потерял, ну, тут понятно. Руслану вынуждал, я имею в виду Денис, Руслан вынуждал двигаться весь раунд, вообще не стоять. Денис владел преимуществом, по моему мнению, он больше работал первым номером, владел центром ринга, тоже немаловажно. Ну и периодически попадал, но и Руслан неплохо отвечал. В принципе, более-менее такой равный раунд я бы даже, наверное... Ну, я бы Руслану даже, ну так, если честно, потому что больше ударов попало, да. Поточнее. При прочих равных агрессии агрессии, но ударов принял он на себя все-таки побольше. Сейчас посмотрим, как будет работать Денис, будет ли он включаться, либо будет продолжать так же бой. Менять ли будут оба бойца вообще тактические схемы. Вот, кстати, интересно, вот у вас на сборах отдых между там работами приветствуется подобное сидение? Или Александр Свет Сидорин любит подходить и нерадивых щелкать по корпусу, чтобы вставали? Не, ну работать надо полностью всю дистанцию, а если есть отдых, все стараются, ну, все расслабляются по-разному, но стараться лучше не сидеть, потому что, я говорю, диафрагма зажимается, и циркуляция крови нарушается. Лучше, конечно, либо пробежаться, либо пройтись, восстановиться как-то стоя. Просто смотрю, вот все по-разному доходят до восстановления в углах, кто-то сидит, кто-то не сидит. Ну, понятно, что идеальное положение – это лежа на спине, ноги вверх, но смотрится не вполне эстетично, да и пить неудобно в этом положении, если необходимо. Ну, это и надо брать, что это сугубо индивидуальная вещь, все по-разному восстанавливаются, кто-то и сидя быстрее восстанавливается. Это как и разминка, кто-то разминается за 10 минут до начала боя, а кто-то разминается за час, за полтора. И потом еще постоянно греется. Да, у всех свой подход, и тело у всех разное, и... Там уже выбирает свой вариант. Хорошо, но прикармливать на печени туда с передней ноги. Немножко завинтил Денис темп. И видели сдвоенную левой ногой сейчас от Руслана. Ну вот, длинная комбинация первая попала. Огрызается навстречу и попал. Хорошо, левой сбоку. Правой. И правой, да. Ну, такой вот размен. Получится ли перевести в партер? Мне это интересно, насколько обучен Изута именно бороться. Поскольку в ударке здесь пока с Русланом у него сильно лотерея. Ну, пока не очень уверенно. Он был в клинче и работал. И не получилось перевести с Руслана на стил ринга. А Руслан раз за разом использует левую ногу, практически не бьет с правой. Тут вариантов несколько. Или прикармливает постоянно, все печень, 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 потом раз и вылетает в голову. Такое бывает. Хорошо. Тяжелый был удар справа.
Мое мнение, что Денису нужно более работать серийно и, в принципе, обоим бойцам. Слишком много одиночных ударов, и даже если попадает одиночный удар, то нет развития продолжения. Сейчас после провала ответил. Вес бьет на месте, вот, находясь. Он, да, полностью согласен. Нету вот этого. Без продвижения. Без продвижения вперед, без работы. Бьет руками. Корпус остается где-то сзади. Центр тяжести, соответственно, там же. И удар не получается, несмотря даже если попадает. Да, все с места. Все получается как по классике. Нету продвижения, не работает ни подразнаменный шаг, ни вперед. Требует хорошо угол от Руслана, чтобы он работал серийней. Есть такое ощущение, что когда он доходит до своей дистанции, он почему-то забывает, с какой руки надо ударить. Честное слово. То есть вот дошел уже до дистанции, все, вот теперь бей. И длинный такой оверхенд попытался, но... Не чувствует Денис пока что дистанцию, не может он подобрать ключи, либо то, что Руслан как-то неожиданно двигается для него, либо идет технический арсенал. Знаете, мне кажется, он просто перестаивает. Вот сейчас хорошо, с левой подобрал и правый кросс туда точно в подбородок, но немножко не ходил, сейчас опять навстречу. Надо больше агрессии, больше бить, и будет больше попаданий. Слишком много ходит пока что Денис и мало попадает. Старается, да, проломить вот эту защиту одиночным. Два оружия, которые у него есть, в которых он однозначно превосходит своего оппонента, это лоу-кики. И второе, это умение вот так вот подзарубиться все-таки. Да, Руслан, видно, что устал посильнее. Сейчас в разменах начал Денис чаще выигрывать эти размены. Сейчас зацеп снаружи. Какой хитрый человек. И канаты мешают сделать тейкдаун. Но попытка была неплохая, уже практически на спине был сейчас Руслан. Ну, он хорошо очень зацепился правой рукой в тот момент, когда падал за канаты, и поэтому остался на ногах. Ну, есть возможность бросать, конечно. Да, много хватает за канаты бойцы. Хорошо. За что? За два прихвата за канаты, которые мы все с вами видели, дорогие друзья. Здесь-то все довольно понятно. Первый раз убежал от тейкдауна, второй раз, в общем, тоже убежал от тейкдауна. Да, очень неприятные вот эти цепления за канаты, потому что много сил тратят, особенно для людей, кто пытается сделать тейкдаун и действительно придерживает, и можно практически весь ход поединка поменять из одного прихвата каната. Все-таки насколько неудобный соперник. Руслан Степанян, вот эта вот защита, ну, линии ударов, траектории ударов, которые он выполняет руками, они у него сильно нестандартные. Да, кажется, что расхлябано, коряво все, но на самом деле просто такая специфика. Ой, как попал! Да, но сейчас попал. Сейчас попал в печень очень жестко, прям нога до щелчка зашла, что называется. Да, я думаю, что это попадание могло много сил подотнять у Дениса. И раза три или четыре с левой ноги все-таки попал он по корпусу. Ну да, этот мидл в печень, которым он в раздевалку его проводил фактически. Так, здоровье-то всякое не добавляет. У Дениса бой, откровенно, пока не очень складывается. Надо назвать вещи своими именами. Поскольку... Поскольку не получается реализовать все, что он наработал на тренировках, и действительно, либо соперник неудобный, либо какие-то, не знаю, проблемы с кардио. Пару раз пытался отлично перевести бой в партер, чтобы, в принципе, было логично с профильным тейквондистом. Долго в размене, я думаю, не советовал никто находиться, хотя и попадает чаще сейчас Денис в этом раунде попадал, но я думаю, любой перевод в партер, и у Дениса будет просто, ну, максимальное преимущество и физической силе, и борцовском опыте, если у него есть еще опыт смешанных единоборств, любительских и там и в других соревнованиях, то... Ну, плюс, вы знаете, все-таки очень много движения с очень малым количеством именно агрессивных таких действий. И в итоге, получается, пар уходит в свисток.
То есть, ну, ты середину забрал, ты доминируешь. Ты дошел уже до места, где надо бить, уже надо атаковать. Ну, куда дальше ходить? А все продолжается именно движение. Движение, движение, движение. Ну, это не очень здорово. Показывают бойцы, что нужно протереть настил. Непонятно сейчас пауза связана. Ну и так у нас последний раунд. Пока еще неизвестно, кто выиграет в этом поединке. Начинает с левой ноги Руслан. Еще один неплохой мидл-кик по печени от Руслана. Много двигается и иногда взрывается с ударами. Денис вообще перестал бить. Угу. Вот, во, хорошо, вот прихватил попал. Исправо. И вот наконец-то бой перешел в партер. И сейчас ура! Денис занимает маунт. Ура, есть первый партер. И мы видим, как Руслан растерялся, когда лег на спину и легко очень пустил на себя соперника. Я думаю, в третьем раунде в очень тяжелой позиции сейчас он находится, и силы кончаются. Конечно, да, Денис сейчас надо выпрямить спину, расцепить замок. Ну, здесь, да, здесь достаточно по оппоненту постучать, и он этот замок все равно раз цепит. Так, хорошо. Ну, Руслану надо выживать сейчас, конечно. Я не очень понял. Обычно такие серии с, ну, удара, да, с маунта происходят, когда уже не знает боец, что ему делать, лишь бы уже какую-то работу обозначать. Ну, руку пошел. Сейчас забирать. Очень хороший прихват руки и выход на болевой рычаг локти. Вместе с ногой. А, хорошо, ой, как прихватил. Ой, как хорошо. По-самбийски, дзюдоистски. Прям. И соскочил замок мокрый. Ой-ой-ой. Вот сейчас хорошая попытка треугольника. Не закрыл замок. И выходит рука. Опять на болевой на руку. Я думаю, будет сдача. Нет, нет. Слишком не скользкие. Не хватает, да, уже очень скользкий, очень потный, очень много сил потрачено. И у Руслана появляется шанс, чтобы можно и вытянуть этот, да, поединок, и еще и выиграть. Еще и выиграть, еще сесть сверху. Как легко он садится. Наверное, единственная такая вот попытка за весь бой, где действительно близок к победе сейчас Руслан. Если хватит ему физических сил и там на двухминутный рывок, на спурт, то он может выиграть этот поединок. Потому что видим, в какое тяжелое положение сейчас Денис находится, нет сил выйти с этого положения. Я попытался смастить, не получилось. Пытаемся поджиматься, не, ну, получается. В общем, Руслан, нельзя сказать, что отсюда наносит много повреждений, но наносит их достаточно. Не работает Руслан, очень тяжело ему. И секунданты кричат ему, что нужно работать и не ждать. Ух ты. Ну, не часто я такое вижу. Да, бессилие, и боялся потерять выгодную позицию, боялся, что его перевернут. Сидя уже практически близко к подмышкам, там руки уже торчат, что называется. Судя по лицам и состоянию обоих бойцов, что они устали уже очень сильно. Устали и не очень хотят сильно продолжать этот поединок. Видно, что уже все думают, когда уже будет финальный раунд. Когда это все закончится, да. Да, и уже буквально-таки доживает эти 15-минутку. Сейчас хорошо левым боковым встретил Руслан. А обратно правый. Уже прямой. Да, немножко этот поединок начинает напоминать. Такое противостояние уже. Ну, помните, да, бокс? Да. Знаменитый мультфильм. Пластилиновый вот этот вот. Да, я помню. Та-та-та-та-та-там. Но ребята уже совсем не хотят работать. Конечно, я думаю, судье нужно сделать предупреждение обоим бойцам, потому что... Зал уже свистит. Ну, зал свистит, потому что работы нет. Ну, упрекать бойцов они... Ох. Отлично! Ну, сейчас, кстати, вот за такие вещи ловят карты. И она ему сейчас совершенно не нужна. 20 секунд он сажает на себя, фактически, Дениса Везута в маунт. И сейчас будет доживать. Есть попытка еще сделать рычаг? Есть.
Ну, я думаю, сейчас Денис попытается довести все до решения, и я думаю, он заберет этот поединок. А хочется отметить, что Руслан действительно на все, что ничего не получалось, и в конце начали зрители уже свистеть, и работы не было, и он решил хотя бы попробовать какое-то шоу, сделал вертушку, ошибся. Но кто не рискует, тот не выигрывает, и сегодня не повезло, но ну, это лучше, кстати, чем доходить было. Кстати, на тему того, что Денис выиграет, не знаю. Мое личное мнение, что Денис выиграл в этом поединке. Там... Я, конечно, не могу говорить наверняка. Там есть предупреждение, во-первых. Ну, Руслан туда тут это сыграет. Но все ж таки... сложное решение будет опять неоднозначно. То, что, в общем, по поединку, к сожалению, я не могу сказать, что это уровень Дениса, допустим. Вообще никак. У Руслана Степаняна, ну, два очевидных пробела в борьбе. Раз, то, что вставать из маунта с соперника, я уж не помню, когда я такое видел последний раз. То есть бояться, что тебя перевернут, находясь в одной из двух самых выгодных позиций, которые, в общем, вокруг которой мама строится. То есть сесть сверху, выпрямить спину, человека вбить в канвас. Ты уже сидишь, как бы, все нормально. Соперник еще измочален довольно сильно, ты с него вскакиваешь. Вот. Ну и да, и защита от борьбы, она такая очень сомнительная. Вот. Ну а что вот тэквондо ему выдало превосходно, это, конечно, ноги. Тут вопросов никаких нет. И плюс вот это своеобразие траектории, такая техника корявенькая, но работающая вполне себе, она Дениса ставила где-то в тупик. Поэтому могу сказать, что мне Руслан, в общем, тоже понравился. Да, оба бойца, в принципе, неплохих и с хорошим бэкграундом. Единственное, что остается желать лучшего, так это их функциональная подготовка. Ну да, и Денису все-таки, я почему сказал то, что он на себя не сильно похож, с его весом и с его руками, он бьющий с места, то есть проваливаясь именно на руках вперед и стараясь соперника где-то там подцепить с рук. Ну, это не техника призера России по ММА. Он, безусловно, и работает, и я видел его поединки, где он работал вообще по-другому. Не знаю, с чем это связано. Лето? Да, возможно, на самом деле и с климатом это будет связано, и в Краснодаре можно очень тяжело дышать, и бывает, что освещение настолько низко опущено, допустим, что становится жарко в ринге, и какой-то парниковый эффект определенный был, я помню такое в Химках на одном турнире, что прям увозили на скорую, много равных боев было. И мы помним и из этого боя в начале поединка, где он не очень хороший кардио показал. Победу одержал боец в красном углу. А я говорил. Ну, в общем, номинально мне виделось это решение, если не логично, то оправданно. Так что Руслан Степаняна с победой, ну а Денису скорейшего набора кондиций.